Саня. Это Саня тут, да. Спасибо. Спасибо, да, это я. Приятно, подписчики. Встречаю. Конечно, мой канал, да. Все. А будут вам платить там деньги? Конечно. Там уже деньги будут платить, да. Все, спасибо вам большое. Я тоже. Что ты говоришь, тут какают собаки? Йоу, ребята, привет, с вами, как всегда, ваш Александр Савченко. Красавчик, красавчик просто. Баночка для вас. Короче, мы приехали в чудесный город Одесса, мама. И идем покупать телефончик тетке. Тетки своей прекрасной, молодой прекрасной тетки, вон она побежала, боится камеру. Вот. И короче, и конечно же потом пойдем с вами на сборы АФББ Федерации, посмотрим, что там будет. Может, где-то что-то потренируемся, а может быть, ну, попозировать-то по-любому попозируем, посмотрим, что там, так сказать, потренируемся позировать, послушаем советы новые, это всегда полезно, всегда круто. Так, окей, идем искать и наш задуманный телефончик, купим телефончик и вперед, может, еще по Дерибону с вами немножко прогуляемся. Окей, поехали. GoPro-шка. Вот Лебзя, для тех, кто никогда не был в Одессе, сейчас немножко покажу красотень. Прогуляемся по Дерибасовской. Посмотрите хоть как она выглядит. Легендарная Дерибасовская улица. Слева от нас находится Горсад. Качок наконец-то выбрался в Одессу, блин, уже не был тут месяца два, наверное. Тут. Кто это, знаете, а? Если да, пишите в комментариях. Жарень была, пипец, меня лилось, все ужасно, как всегда. А сейчас иду и просто наслаждаюсь. Тут так легкий ветерок, солнышко такое, классно вообще. Белла. Прекрасное лето в Одессе.
круто. Круто. Очень приятно тут ходить, честно говоря, так, такие эмоции добрые, положительные вызывает это место. Дерипончик. Дерипасовская. Эх, Одесса, мать. Ну, в общем, ребята, облом, так сказать, облом. Потому что сборы оказались не совсем сборами, а оказался это как бы платный семинар по позированию. Вот, а я рассчитывал на сборы, на стандартные сборы федерации, это когда мы приезжаем, и тренируемся, потом идем позируем, общаемся, там, да, берем свет и так далее. Не, безусловно, я уверен, это просто полезнейший сейчас будет урок в позировании, то есть там приехал человек с Киева, там очень серьезный, это он разбирается в этих всех делах, отлично, ему поможет поставить и так далее, но вопрос в том, я бы, конечно, остался, но вопрос в том, что он оказался платный, на что я не рассчитывал, и мне надо было позвонить и все это дело уточнить, собственно говоря. Вот такие вот дела. Даже, в принципе, вопрос не в деньгах. Денег я просто с собой даже не взял, честно говоря, не взял. А те деньги, которые я взял, я еще должил тете к телефону, потому что, как всегда, все оказывается намного дороже, чем насколько мы рассчитывали. Ну, хорошо, что телефон взяли, мы, в принципе, довольны, взяли даже еще лучше, чем нужно было. Так вот, собственно говоря, насчет денег, в принципе, даже вопрос тут не в деньгах, потому что мне могли дать сейчас их спокойно, и за что огромное тоже спасибо ребятам, которые всегда могут поддержать и там одолжить и так далее. То есть это все нормально, отношения нормальные и так далее. Все знают, что я не пропаду, денежки верну спокойно. Вот, ну просто дело в том, надо ли оно мне, я не рассчитывал на это, я ехал на другое совсем. Позирование, ну, я 6 раз учился по-разному уже позировать, и сейчас 7-й раз учиться. Ну, может, да, сейчас бы нашел бы для себя что-то крутое, новое и так далее. Я думаю, да, что-то к себе там бы подчеркнул, ну, посмотрим. На данный момент, я думаю, мне все-таки нужно курироваться ближе к подготовке, тратить свои деньги именно на подготовку, на продукты питания. Нужно затариться каким-то спортпитом. Не знаю, даже хочу попробовать, может, новые штучки, типа глютамина, там, да, опять же, типа цяшки, нужно их много сейчас будет пить на сушке, потому что, чтобы не слить мясо. Вот. Но поэтому я не считаю это, как бы, для меня на данный момент очень важным. Было бы круто, конечно, для себя, но. Не на данный момент. Ладно, сейчас мы поедем к Лёше. К Лёше, моему другу, да. Пообщаюсь с ним. Буду рад его видеть, потому что уже давно не виделись. Месяца, наверное, 2 точно, если не 3. Вот. И там уже, короче, разберемся. Разберемся, что буду делать дальше, собственно говоря. Так что так. Не расстраиваемся. В принципе, ничего страшного нету в этом. Все бывает. Надо, блин, звонить. Надо звонить и уточнять все, а не так. Услышал, ага, все, сборы, поехал. Блин. Тоже, да. Такие вот дела. Вроде пообщался с ребятами некоторыми. Едешь на сборы? Да, еду, там сборы. Круто. А никто не сказал, что это семинар. Вот так. Ну ладно. Ладно. Погнали. И вот я на месте добрался. Чудо-город называется. Жилой комплекс. Тут такие огромные домища. Домища. Что чувствую себя просто мелким-мелким дрыщом. Огромнейшие дома. Сколько тут этажей, не помню. По-моему, там 20 с чем-то идут этажи. Какие-то там 24 или 26 даже. Ну, в общем, крутые домики. Там еще на последних этажах есть свои дворики, как бы такие. Вот. Террасы. Четко. Так, сейчас жду друга. Будем вести беседу. Вот такую книжечку ему привез. Он мне давал почитать. Очень замечательная книжечка. Я, кстати, читаю, кто не знал. Люблю читать книги. Поэтому рекомендую. Для тех, кто решил заняться бизнесом. И вообще, очень полезная литература. Если кому нужно будет, я могу много чего рассказать тоже по этому поводу. Интересно. Да. Что ты хочешь сказать моим подписчикам?
своих подписчиков. Да. Не смотрите канал, это полное дерьмо. Да. Смотрите канал Александра Савченко и учитесь. Да. Рекомендует, между прочим, сам чемпион Украины. Сам вот тут сидит. Да, экс-чемпион. Да. Экс-чемпион Украины. Ты двухкратный? Нет. В 2004 году. В 2004 году. Да, по версии НАБА. Первое место на Украине в городе Винниц. Ну вот так вот, ребята, тут вам не пургу гонит. Вот так. Ставьте лайки, смотрите, какая банка, обалдеть. Вот так, вот так. И вот мы снова гуляем по Одессе. Буду вам продолжать показывать этот чудесный городок. Город, городище. Одесса, мама. Да, и снова мы на улице Дерибасовской. Одесса, кстати, полна различными жителями с разных стран. То есть тут очень много различного населения, проживает различных наций. Прям движушка, движушка. Народу так нехило гуляет. Прикольно. Люблю эту атмосферу. Эх, посидели, пообщались с другом. Ну, круто, круто, круто. Давно не видел его. Как всегда, были интересные разговоры, было о чем поговорить. Так, расскажу вам, наверное, о своей подготовочке. Подготовочке, которую я назвал подготовка 7.0. Готовлюсь, опять же, как и всегда, натурашку. Вот. По подготовке буду в этот раз немножко лайтово сушиться, понемногу подводиться, потому что на прошлые соревнования, так как я просушился 2 недели, очень быстро, это, ну, его баню так. Потому что потом меня судороги мучили ужасно. Сейчас я хочу понемножечку, и плюс набрать еще мяска нужно, особенно в некоторых местах нужных. И сделать прекрасную форму, опять же, позирование пересмотрел для себя. Буду позировать совсем уже по-другому. Постараюсь показать максимально красивое шоу. Вот, и там будет видно. Задача, как всегда, попасть в топы. И все. И я уже победитель. Потому что в натурах. Вот так вот. Так, мы пришли снова в горсад. Тут уже потише, можно поболтать. Да. Блин, еще кто-то немножко простудился на днях. Голос такой чуть-чуть простуженный, насморк немножко достает меня еще. Но уже проходит, блин, какая-то мушкара еще. Долбает меня. Так, окей, иду забирать свою тетушку. Где-то она здесь должна быть. Мою молодую тетю Галину. Забрать и этот. И там, короче, посмотрим. С ее новым телефончиком протестируем. Будем петлять, наверное, домой потихоньку. Потому что вечером еще есть дела. Своим тоже просите, чтобы я снимал. Ну, я буду снимать периодически именно свои тренировки, отдельный групп мышц и вообще, как это все проходит. Просто меня часто спрашивают о моей программе тренировок, именно тренировочной программе. Ну, я не имею какой-то определенной тренировочной программы в первую очередь. То есть, ну, у меня просто есть свои принципы тренировочные, вот и все, я бы так сказал. Придерживаюсь определенных правил для себя и все. То есть это я тренируюсь по принципу overtrain.
это тяжелые тренировки, памповые, все вместе. Я не делю свои тренировки там, как некоторые делают, тяжелая неделя, легкая неделя. У меня любая тренировка тяжелая, очень. И так я действительно расту и прогрессирую. То есть это мне натурально помогает максимально все свои анаболические процессы вызвать в организме. Вот так. Расскажу о своем питании. Сейчас я думаю усердно посидеть на гречке. Вот почему-то хочу каждый день жрать гречку. Посидеть на гречке, посмотреть, что с этого будет. Естественно, мясо. Много мяса и яйца. Это будут основные мои источники белка. Так, окей, я уже пришел на место. Где-то тут меня тёпка должна ждать. Сейчас зайдем, найдем ее. Расскажи о своих эмоциях. Что ты мне скажешь? Я не знаю, тут як русский язык настроить. Русский язык? Все сейчас тебе сделаем. Русский, английский, американский, турецкий. Хочешь? Нет, я хочу русский. Только русский? Або украинский. Хавината. Хавината? Телефон вырубился, все. Ну ты довольна? Шикарный 1%. Телефончик, мне нравится, очень красиво смотрится. Пленочка нормально так. Все. Нет, пленочка эту надо снимать, это не та. Ну ладно, короче, шикарно. Meizu M3, да, там, M3S или как-то. Ну, короче, крутой телефон. Ехали за Meizu M2, а взяли M3. Дороже, все. Блядь, вышел, конечно, на сколько? Почти на штуку гривен, да? Ай, ну как всегда. Получается. 4 штуки. Ну, нормально, так, нормально. Зато хороший телефон. Нет, ладно. Лято. Лайм ты. Что, мы пошли погуляем немножко? Пойдем погуляем. 1%. Ну, так все. Ничего, отключай его, короче. А я его отключал. Он сам уже выключился. Да, тут на сети Wi-Fi. Нашел Wi-Fi какой-то тут. Ну нормально, это ж нормально. Тут есть Wi-Fi. Кафешки всякие. Можно зайти в одноклассник? Одноклассник, зайдешь, успеешь. Вот так вот мы... Не, спасибо. Мы вот сидим на Ютубе, да? ВКонтакте, Фейсбуке, а вот эти вот на Одноклассниках. Ты на Ютубе не зарегистрирована, да? Вот видишь, она на Ютубе не зарегистрирована, не моя подписчица. Теперь с таким телефоном уже ты будешь зарегистрирована, будешь моей подписчицей новой. Чтоб лайки ставила. Ты будешь мне лайки ставить или нет? Даже не перечисляла. Все, тогда договорились. Давай. Бери. Дедушки с бабушками круто танцуют. Молодцы. Круто, круто. Ты не хочешь пойти потанцевать? Закадрить крутого дедушку? Да? Да. Какого-то там. Может, олигарха там какого-то найдешься? Мэра. Ну вот, как раз вы начали. Олигархи. Все нормально. Главное успеть расписаться. В нашей жизни так. Главное успеть расписаться. Оказывается, вы задолженник. Олигарх в долгах. Да, да, да. Своё имущество, я не могу. Будут еще внуки отдавать. Сейчас присядем, да. Идем. Идем. Амазончик прикольный. Да. Как вас качаться на пампинг нормально так. Взял штангу и пошел. А ну спляши. Раз, ну та бабушка умеет там плясать, что сама танцевала. Ты думаешь, она сейчас там пляшет? Там же вот так на маме. Надо кидать. Кидать на маме. Сейчас пойдем посмотрим. Не, вроде никто не танцует. Они танцуют, ты смотри. 19-й столетие? Хрена себе. Танцевала.
Ты близ? А, точно, я вспомнил, это же вот эти, да-да-да. Планов вот этих, или как? Да, карман, что-то такое. Да. Короче, немножко эротический танец. Саня тут, да. Спасибо. Спасибо, да, это я. Приятно, подписчики. Встречают. Вот крутой такой дедушка. Карнавальный. Классно. Можно вас красивого снять? Спасибо. Мы приехали. Круто. Мы приехали. С Южного мы не были. Да, мы вот такая. Ну, круто, круто. Спортивная фигура. Да, ну я спортсмен просто. А кем вы учитесь? Я спортсмен разных типов, но сейчас по бодибилдингу выступаю. Бодибилдинг? Да, да, да. Натуральный бодибилдинг. Какой? Натуральный, без стероидов. Да. А что это значит бодибилдинг? Бодибилдинг – это показ тела, культура тела, строительство. Молодцы. Все у вас по уху. Да, все, все будет круто. Спасибо вам. На здоровье. А будут вам платить деньги? Платить деньги? Да. Там же надо зарабатывать самому. Да. За никто денег какая не платит. Специальность? Специальность? Я сам инженер по специальности. Строитель? Строитель. Ну, компьютерные технологии. Ну, молодцы, надо, да. Самое модное специальность. Конечно, а что ж поделать? А нас, смотрите, называют «Одесситы». Ну, одесситы, конечно. А нас, смотрите, называют YouTube «Золотой дедушка». Ага. Наши концерты городского сада. Ага. И вам будут показывать за 2015 год, за 2016 год. Угу. А потом нам расскажете, что удалось посмотреть эти концерты. Хорошо. Да, пожалуйста, там очень много. Каждый раз новые эпизоды. Хорошо, вот вы сделали рекламу на моем канале. Кстати. Да? На YouTube-канал вас... есть, да. Да, это ваш канал. Конечно, мой голос. Канал, да. Все. А будут вам платить там деньги? Конечно. Там уже деньги будут платить. Да. Здорово, все, здорово. Спасибо вам большое. Саша, ну, рад. И я тоже Александр. Да, Саша, приходи, все. Саша, да, давай. Тезка. Да. Счастливо. Классный дедушка. Сделал бесплатную рекламу на моем канале. Вот так. Главное, что спрашивают, будут ли нам платить деньги. Все. Так, что это тут у нас? Фонтанус. Так. Что, ты хочешь пойти покупаться? Ты мне сфоткаешь? На твой телефон? Серж? Нет, у меня тоже телефон сел. Хочешь? Давай, хоть, давай, хоть. Вон, смотри, там дама гуляет еще. Води? Не, вон там. Может, да, получится ее закадрить. Ага. Так, как это деньги? Это мне... Надо мне деньги платить, чтобы со мной сфоткаться? А? Надо мне деньги платить, чтобы со мной уже сфоткаться? Чтобы он, что ты знаешь, сфоткаться. Пускай она мне деньги платит, ничего себе. Она не хочет с тобой сфоткаться. Давай я тоже там стану, и ты шляпу кинешь, и будем фотографироваться. Что? Скажи, фото с чемпионом Украины. 5 рубасов. Сейчас насобираем еще, телефоны купим. Чирик, чирик, блин. Чилик сфоткаться, двадцатка пощупать, все. Так. А шляпу, да? Шляпу? Шляпу доставать не буду. Скинем шляпу, яку шляпу? Ну яку шляпу? Ну можно шляпу достать, в принципе, но это же дороже. Крутяк. Красивая девочка. Что, я становлюсь, короче, рядышком. А вон, смотри, мусорка. Можно с ней сделать копилку. Не позорься. Не позорься. Так. Это же опера. А? Опера. Ну.
Красивое здание, красиво, да? Да. Вообще обалденно. Его же реставрировали, оно было хреновое. Покрасило и... Не, ну что себе покрасили? Тут до хера работы было. Тут года полтора его делали, если не больше. Какие деньги? Чилик. Там чилик. Ну, вон нарисован чилик. 50. Натур мясо. Натур мясо. Прием пищи. Гуляние, гуляние, ма. Прием пищи по расписанию. Ну, смотрите, что он сейчас показал. О. Стоп. Вот это можно снимать. О, четко. А то то. Это, короче, искусственный голубь. Это в кусты залез. А, вот. Это, короче, как есть резиновые бабы, только это такой голубь получается, да? Зато не убежит от тебя, в принципе, далеко. Ну, прикольно, прикольная штука вообще, не видел раньше такую штуку. Ручная работа. Классно. А принцип ее работы просто на этом? На мотор, то есть пружинный механизм. Смотри, резинка идет, получается, накручиваешь резинку. Вот, образуются узелки такие. Вот, в этих узелках между узелками образуется энергия. Вот когда ты накрутил ее, ты берешь стопку, да? Вот. И потом запускаешь. Резинка раскручивается, отдает энергию на крылья. Заставляет крыльями махать. И все. Прикольно. Не хуже GoPro-шки, да? Да, не хуже. Посмотришь потом на канале. Можешь передать привет, кому хочешь. Сам себе можешь передать привет. Или будущий подписчик канала. Ну вот и все, ждем наш лимузинчик номер 68. И прям домой. Да. Да. Все, спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.